материалы для клипа. Маэстро? Маэстро, а кто стоит? Че, мы все мы сейчас записываем? Просто вот. Руками да. Подгоняем. Хорошо. Небольшими кружочками. Ну как вот глазами, да, такими? Да, да, синими. Я понял, я понял. Я как бы по ним ориентируюсь, смотрю вот в зеркало. Чувствую уже все, больше не надо, потому что вот так вот глазами и выше металла уже нихуя нету. Нету выше металла ничего. Это роком обзывать. Блять, мы же записываемся. Да. Что она здесь и подумают? We'll be right back.
Да, может быть, не слишком прям быстрый. То есть не этот, не дес прям там, не этих. Не спидметом, блядь, ебашить, а так. Как база, вот что-нибудь такое, потому что я, короче, у меня просто такая мысль сейчас в голове, что при переходе с медленного на быстрый можно будет сделать ускорение через, то есть вот мы играем медленный, а потом все затихают и, ну, то есть, вот, короче, то есть мы вот играем. Это просто надо попробовать, хер знает, может говно какое-то ебаное получится. Не, ну можно как обычно, там, грубо говоря, 3 месяца играть так, потом что-нибудь. Ну или да. Ну да уже. Как с первым хитом. Играли полгода, никого не трогали, блядь. Да. Ну ладно, давай быструю, короче, просто. Быструю сейчас? Быструю, да, сейчас, давай просто. Надо нащупать там ритм. Да. Блядь, чувствуешь, да, это близок, так-то в ногах можно будет. Но не сегодня. Кстати, если потом, допустим, добавлять туда быстрые бочки, то надо, значит, рабочие через раз пускать. То есть у тебя был тупо-тупо-тупо, а надо тур-па-тур-па. Ну, теоретически просто тупо-тупо, а будет тур-па. А по-хорошему еще быстрее 2 раза. То есть, вот, один удар, а потом 2 удара, соответственно. Конечно, надо долбить 4 раза быстрее, вот тогда будет заебись. Это где-то вот 200, наверное. Ну, как лето, может быть. Еще раз попробуем. Попробуй вот этот ритм, может быть... Мы можем чуть-чуть помедленнее попробовать. Вот сейчас, чуть-чуть. А потом чуть-чуть ускорить. По ходу оперы. Но это, блядь, так ты вообще от них уйдел. Ну, он звучит нормально. Там же отрезочек будет все равно небольшой, так как она из двух частей состоит, медленный и быстрый. Отрезочек будет не супер большой. У меня лично уже планы сейчас в голове такие, блядь, что именно под эту часть будет вокал. Под быструю. То есть... Ну, мне кажется, тем более тогда барабаны не должны быть заполняющими, блядь. Иначе давайте получится прогметал. Давайте. Прогметал. Времени очень мало. Времени очень мало, ребята. Джент. Играем просто... Играем просто джент. Сейчас я вспомню скорость.
отличие от того, который был в первой песне, ну вот его, когда ты ускоряешь, он на клоунаду не становится похожим. И поэтому его можно хоть, блядь, там до 300 перебивать. Просто пидорасти, он там заебись. Сейчас. И вот после этого, я не знаю, там еще есть какая-то тема? Вообще есть такая еще тема, на сколе, если что, научишь? Да.